Всем привет! С вами Ирина. И сейчас мы с вами достанем еще вот этот башмачок и посмотрим, что у нас с корнями. Так, это также растение от Швертера. Так, что у нас здесь с корешками? Так, корешки у нас есть. И сейчас я посмотрю на другую сторону, так, чтобы сильно не травмировать растения. Мы сделаем это вот таким образом. Есть корешки, вот они у нас. Правда, немножко меньше, потому что растение маленькое. Так, вы видите, что корешки у нас есть. Так, мы делаем вот таким вот образом. Нужно теперь аккуратненько посадить растение обратно в горшочек. Так. Корешки у нас есть. Супер. Я, честно говоря, думала, что с корнями будет не очень хорошо, но корешки у нас хорошие. Растение, вы видите, молодое, оно не очень большое, поэтому корешки у нас не очень большие, но корни есть и корни хорошие. Листик молоденький у нас растение растит, листики хорошие. Они такие имеют как бы легкий такой, словно ну, вот как узор такой на листиках. Еле-еле такой заметный. Так что корешки у нас тоже в порядке. Так что вот такое вот растение. Этому растению, по-моему, 2 или 3 года до цветения. Это еще достаточно молоденькое растение. Ну, все. Спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.